Ах, классная погодка. Термометр показывает минус 14, а народный календарь – день похищения. Поэтому я украду у вас всего лишь одну минуту и расскажу, что там интересного. Это «Сильная новость», рубрика «Короче». Поехали. И чего только не сделаешь ради внимания леди. Минчанин головой разбил стекло в игровом автомате. Сделал он это для того, чтобы девушки достали оттуда игрушку. Он просто ударился головой в стекло и ушел. Владелец оценил ущерб в 400 рублей, ну а девушки, судя по всему, просто перепугались. Ну и новость покрепче. 540 литров спирта и 40 литров водки нашли у супружеской пары пенсионеров в Гомеле. К ним пришли силовики и нашли все это добро. Они рассказали, что купили это все в России вовсе не для себя. Внимание, для дезинфекции от коронавируса. Интересно, вы бы отправились к такой бабуле, скажем, на каникулы? Берегись не только автомобиля. На опасность несут еще и канализационные люки. В Минске грузовик на скорости наехал на люк, который влетел в пешехода, который в этот момент переходил дорогу по зебре. Очевидцы говорят, что парня увезли в больницу. Ну а на месте потом разбирались специалисты дорожной службы, были еще и гаишники.